догадайтесь, что вот это вот такое. Для чего вообще вот это вот ухо? Вообще для чего оно? А это, ребята, вот такой вот индикатор топлива. Дополнительная лампочка. Она мне очень нужна на этом мотоцикле. Без нее я просто, блин, уже, блин, боюсь выезжать, блин. Она горит ярко-красным светом. То, что мне как раз-таки и нужно. Я специально такую выбрал. Короче, заказал ее где? На Алишке. Если кому ссылочку надо, могу оставить. Вот такая вот штучка, ребят. Горит очень хорошо. Ну, в процессе, когда мотик соберу, я вам это покажу. Здесь такой вот хомутик я изготовил. Короче, ребята, все будет ништяк. Так вот, ребят, собираю проводку. Эта проводка у меня тоже вся перемотанная, все пересмотрел. И сейчас, спасибо огромное Саньку, какой Санек он знает. В общем, он мне подсказал распиновку вот с приборки. У меня в итоге два проводка были перепутаны, вот эти вот крайние, красный и, по-моему, коричневый, перепутаны местами. И плюс, я еще заморочился, вытащил каждый пин, каждый вот разъемчик и, короче, поджал их, и плюс они были чуть окислены, я их почистил, поджал и, короче, вставил. Вот сейчас я вот здесь замотал таким скотчем армированным, он не позволит вообще тут, ну, разбалтываться, попадать в сырости какой-нибудь влаги. Вот здесь у меня еще поддатчик наклона, да, здесь у меня ось была, короче, проблемка, мотик что-то глючил. И, ребят, вот я поставил такую вот как бы обманку, что ли, не обманку, вот, с датчика. Сейчас датчик у меня установлен, и сейчас я это уберу. Если кому интересно, вот это вот соединяется вот таким образом. Сюда вот крайний, и сюда. И все. И вот здесь у меня два проводка под габарит. Габаритик я, короче, сделал другой. Ну, там, маленечко модифицированный. Сейчас в этом габарите стоит такая лампочка, вот, широкая, диодная. Плюс поставил такой диодик, которому все равно плюс-минус, минус-плюс, короче, в полярности он без разницы. Не обязательно соблюдать эту полярность. И плюс этот диод со стабилизатором. Их там несколько штук. В общем, потом увидим. Что, ребят, время идет. Скоро, наверное, уже, блин, цепочка мне придет, ГРМ. И попробуем заводить мотик. Так, все, ребята, проводочки спаяны. Это на габарит. Никаких скруток. Сейчас аккуратненько замотаем изолентой. И все. Итак, ребята, в общем, делишки идут. Занимаюсь газораспределительным механизмом. В общем, ГРМ притер, вернее, выровнял плоскости вот у крышек постелей, крышек распредвалов. Вот плоскость вообще ровненькая сейчас. Стало просто идеально. Ну, естественно, снимал направляющие. И вот на стекле, на ровном стекле, на толстом, на хорошем, таком, не на каком-нибудь, потому что стекла, ребята, бывают тоже ровные, вернее, кривые, а именно вот на таком вот, на хорошем стекле, то есть не оконном. Оконные стекла, вот такие, как раньше, они бывают кривые, а вот это толстое, хорошее. Вот две наждачки у меня, 800-ки. В общем, было сделано как? Первая постель разобрана также. Положил ее на стекло, на наждачку, 50 раз ровно. Раз, два, попробовал 20, потом убрал. Постель еще чуть-чуть играет. Вот крышка чуть-чуть еще играет. Потом еще раз я притер. И, в общем, вот так вот 50. В общем, вот, ребята, вот занимаюсь, короче. Так, что еще сделал? Так, болты самое важное, это, ребята, с края у нас идут длинные, здесь вот, здесь идут короткие болты. Так, еще, в общем, ребят, позанимался с распредвалами, в общем, полирнул я все-таки вот кулачки, вот эти вот тоже места, но вот здесь
где вот отверстие для смазки, я полировать не стал, потому что я попробовал вот на одной, и смотрю, там маленечко подзабивается вот мусор, вот это вот, и я не стал дальше идти, вот эти вот, где отверстие полировать, а кулачки прям полирнул хорошенечко, теперь они вот прям ровненькие, прям вот прям гладкие, здесь вот тоже, ну, в общем, все, все полирнул, потом что еще? А, вот здесь вот заменил болтик, здесь была сорванная резьба. Ой, я, короче, нарезал здесь под мелкую резьбу нарезал и, в общем, закрутил сюда болт, уже потолще. Но цепочка не будет задевать, так что все нормалечек. Расстояние померил, что от судова, от края звезды, что до судова, она, в принципе, одинаковая. Прям один в один, видно же, да? В общем, самое важное, это вот плоскости вот эти вот, чтобы были соблюдены ровно. Потому что, как говорится, у мотоцикла все-таки есть пробег, дескать, и даже ногтем выработка не ощущается. Даже вот взять вот здесь вот тоже, я пробовал, ногтем выработка не ощущается, но 50 раз вот притереть плоскость, 50 движений, в общем, она как бы чуть-чуть подожмет, чуть-чуть уменьшит зазорчик вот в крышках, и все будет нормалечек, ребят. В общем, как-то так, давление будет чуть получше. Но сейчас я проверю это все дело. Сейчас я вытащу все стаканчики вот эти вот. Сейчас я их вытащу и проверю, чтобы у меня их не зажало. Самое главное. И все. Вот, короче, вот такие, ребята, мотобудни у меня. Сейчас планирую заниматься воздушным коробом. У меня вот здесь вот сорванные резьбы вот в корпусе. Вот когда я закручивал, они, в общем, там винты там проворачивают. Вот эти вот саморезы проворачивают там. И я их буду ремонтировать следующим образом. Возьму эпоксидную смолу, разбавлю ее, наверное, 2:5. 2:5 я ее разбавлю, она как раз такая будет погуще, быстро затвердеет. И я вот как раз-таки залью ее вот сюда вот. И нормально будет, у нее плотность хорошая. В общем, ребятки, как-то вот так вот. Здесь я тоже уже залил. Здесь когда вот у меня остаток был, я занимался пластиком, здесь у меня, видим, все залито эпоксидкой. Остается только при установке это дело просверлить сверушком необходимой толщины. И все. Так, что еще могу сказать? Заслоночку вот эту я убрал. И я, ребята, оставил прям так. Вот прям вот так я оставлю. Вот эту часть убрал я. Вот прям так я оставлю. Потому что она у нас под наклоном. Воздуха будет заходить сюда больше. То есть воздуха будет движок поступать больше, ему легче будет брать его, легче. Ну, смотрите, кто как думает, ребят. А я как-то занимаюсь так вот. В общем, вот такие, ребят, будни.